Мы сейчас находимся на Морской Симфонии. Квартира 55 квадратных метров. На какой стадии ремонт у нас? Обратите внимание, что у нас сейчас идет заливка стяжки. Стяжка идет по маякам. Вот сейчас можно увидеть вот эти вот маленькие такие штучки. Это специально для маяков. Это направляющие. Вот таким образом мы потом кидаем. Давайте я сейчас прям покажу, как это выходит. То есть мы просто берем вот так вот, 27 профиль, кидаем сверху. Они уже выставлены. Вот. И вот таким образом, сейчас не попал. Вот таким образом потом у нас заливается стяжечка по маякам. А теперь давайте посмотрим результат этих маяков и результат стяжки. Ну вот, обратите внимание, у нас уже вот такая стяжечка, по которой можно теперь ездить танком. Вот на балконе мы сделали на 5-6 миллиметров меньше. Здесь как раз вот здесь меньше мусора, здесь можно увидеть, скажем так, больше. Обратите внимание, здесь стяжка, вот эти полоски, это как раз по маякам. Кто-то нам сделал недавно замечание о том, что типа мы пользуемся, как сказать, прошлого века технологиями. Но знаете что, я здесь готов поспорить, потому что лучше, чем вот эта стяжка, я вообще ничего не знаю. Потому что это чистый бетон. Здесь делается цемент, песок и пластификатор. Все, здесь больше ничего нет. То есть обратите внимание, что в принципе даже перемычки, которые мы заливаем, они просто армированные. А здесь мы делаем заливку просто цемент, песок и пластификатор. И лучше этой стяжки, поверьте, ну ничего нет. Нет, еще не придумали. Ну, сделана электрика, сделаны уже стены, вот верхний слой еще. Конечно же, вот сколько длится ремонт, а сколько будет сохнуть? Вот, понимаете? И здесь простой вариант, вот как можно ответить на вопрос, если мы не знаем, сколько будет сохнуть. Вот смотрите, стяжку залили, сейчас вот балкон открытый, все открыто. Смотрите, вот она влажность. На проветривание открывается. Вот она влажность. А если мы сейчас открываем окна на этом этапе, то мы получаем какие-то морщинки на, ну здесь, допустим, нету, а где-то вот на кухне или вот в коридоре, там где вода ушла. Вот обратите внимание, что вот здесь вода ушла, да, ага, спасибо. И вот трещинка получается, вот эта морщинка на нашей репутации присутствует. Понимаете? И пластификатор даже здесь не спасает. Потому что, допустим, здесь ребята залили для того, чтобы ходить можно было. И все. А здесь получается, что с этой стороны стяжка была залита, а с этой стороны получается порог. И водичка быстро, очень быстро впиталась, и все. И получается сразу, от чего появляется трещинка? От того, что просто вода быстро ушла, и все. Ну ничего, это все равно мелочь, потому что в коридоре у нас здесь будет теплый пол, поэтому мы еще будем здесь сверху заливать наливником. Осталось у нас залить вот эту комнату. Маяки уже все готово. Под маяки у нас все, мы просверлились еще, когда это можно было сделать. В общем, подготовка сделана, демпферную ленту тоже уже проклеили. Все сделали, осталось залить, и в принципе черновой ремонт можно закрывать. Подоконники заказали, все сделали. Осталось только поставить подрозетники, залить стяжку, теплые полы, наливной пол, замазать, заштробить. И потом это все сохнуть будет еще, наверное, с месяца полтора, а то и два. И вот в этот промежуток времени мы можем только санузел делать или класть плитку. Все, другие работы, конечно же, мы делать не можем.
Так что пока сейчас в данный момент мы останавливаемся на вот таком этапе. Так что если вам нужен ремонт, звоните, пишите. Если есть какие-то еще вопросы, задавайте, обсудим.